В Риге на улице Элизабета 7 вас ждет гостеприимный ресторан «Апшерон». Ресторан восточной кухни – подлинный рай для ценителей аутентичной азербайджанской кухни и душевной восточной атмосферы. Создавая ресторан, мы постарались соединить восточные традиции с европейским подходом. Мы уверены, что наслаждение трапезой должно начинаться еще до того, как вы попробуете первое кушанье. И в нашем ресторане к этому располагает все. Спокойная душевная обстановка, церемониальная подача кушаний, дурманящий аромат и искусный декор блюд. Конечно, особый акцент мы делаем на аутентичной азербайджанской кухне. Однако в меню ресторана не только национальные восточные блюда, но и традиционные европейские кушанья. Уважение к старинным восточным традициям обязывает. Все блюда готовятся из свежайших овощей, ароматных трав и сочного мяса. В наш ресторан возвращаются всегда. И мы встречаем гостей как старых друзей, предлагая все самое лучшее. Предлагаем отведать такие азербайджанские блюда, как сумак, хараваз, кутаб, хачапури, душаба. Все блюда готовит шеф-повар из Азербайджана. Чтобы готовить азербайджанские блюда, мы пользуемся приправами, которые привозят из самого Азербайджана. В Азербайджане очень много видов плова. У нас есть плов с сухофруктами, есть с мясом, есть вегетарианские пловы. У нас в ресторане готовятся такие блюда на печке особенные, которая привезена с Азербайджана. Приготовление азербайджанского блюда долма. Листья привозят нам самого Азербайджана. Туда идут мясо, зелень, рис, сливочное масло, бараний жир. И это все вручную заворачивается в листочки и ложится в казан. В ресторане «Апшерон» вы можете отпраздновать свадьбу, день рождения, провести детские праздники, банкеты и другие частные мероприятия. Мы стремимся, чтобы наше внимание к деталям постоянно удивляло вас без каких-либо дополнительных затрат. Азербайджан всегда славился гостеприимством и очень любил гостей. Мы тоже вас ждем в нашем ресторане «Апшерон». Приходите, пожалуйста, наслаждайтесь нашим уютом. Хош кельмсуз, нушолсун.